Комфортные условия и современные технологии. В селе Солдатское Фатежского района открылась модельная библиотека. От классики до современности, от истории до фантастики. Книжный фонд – 5500 изданий. Солдатская сельская библиотека теперь модельная. Стеллажи пополнились новинками. Кроме того, здесь сделали ремонт и обновили мебель. Подарок от администрации области – дополнительная литература и современная компьютерная техника. Скоро местным читателям будет доступен и интернет. Сама я пользуюсь компьютером, интернетом. И я думаю, где-то, если я еще не умею, то меня обязательно наши коллеги научат. И в дальнейшем я смогу передать свой опыт детям. Дети здесь всегда желанные гости и главные посетители. Любимый школьный предмет Анастасии Басовой – литература. Биографии писателей и книги по учебной программе. В свободное время девочка предпочитает приключенческие романы и фантастику. Мне понравилась книжка Питера Диккенсона «Веревочник». Там девочка, и она очень хотела узнать очень интересное про мир. Ездила по разным городам, путешествовала. На ремонт, покупку мебели и книг местный бюджет выделил 100 тысяч рублей. Еще 70 помогли собрать спонсоры. Обязательно нужна была такая библиотека. Это детишки вот буквально 2-3 дня перед открытием здесь постоянно дети идут в библиотеку, любят читать книги. В Фатежском районе пока всего две модельные библиотеки. Однако представители администрации обещают, процесс пойдет быстрее. И вот хорошо, что у нас в большинстве своем местные руководители осознают, что это не дело вчерашних дней, не прошлое далекое библиотека, а дело будущего. С 2007 года в регионе открылось 88 модельных библиотек. В 2013 работа по модернизации будет продолжена. Юлия Абрамова, Антон Судженко, телеканал «Сейм».